Нажмите для подписки. Подпишитесь на канал Тайо и первыми получайте оповещения о новых сериях. Спасибо, Ганни! Близится вечер. Ганни и Роги возвращаются в гараж после работы. Тяжелый выдался день. И у меня. Поехали скорее домой. О, это орешек. Похоже, у него проблемы. Давай спросим. Орешек, привет! Это вы, ребят, привет. У тебя что-то случилось? Да, я ехал на работу, но, видимо, что-то сломалось, и я не могу сдвинуться. Хочешь, отвезем на ремонт? Не стоит, кто-то сейчас приедет. Но раз я не могу работать, кому-то нужно меня подменить. А это проблема. Мы сами только с работой сильно устали. Ну что же делать? Меня будут ждать пассажиры. Орешек, а давай я тебя подменю. Правда? Ну да. Тебя ведь люди ждут. Не переживай и иди отдыхай. Ганни, но разве ты не устал? Ничего. Большое спасибо, Ганни. Я очень признателен. Ладно, я тогда поеду. Добрый вечер. Ганни, а где же орешек? Орешка сегодня на работе. Я подменяю. По пути сюда он... Да поехали уже, у меня дела. Мы опаздываем. Хорошо. Что ж, мы поехали. Остановка на горе. Всего доброго. Ганни, до городского совета еще долго? Я ведь так совсем опоздаю. Понял. Скоро приедем. Ганни приехал на конечную остановку. Приехали. Я опаздываю. Извините. Всего доброго. Пора возвращаться домой. Ганни, ты только закончил? Да. Устал, наверное. Зачем ты на это согласился? Ну, орешку без меня пришлось бы туго. В следующий раз притворись, что это не твое дело. Тебе ж никакой выгоды. Нет, я рад помогать другим. Пожалуй, пойду отсыпаться. Спокойной ночи. И тебе. На следующее утро перед работой Ганни приехал на мойку. Эх, как приятно. Роги, ты приехал пораньше? Да, я же рано встаю. Ганни, что случилось? Я должна была встать пораньше, но проспала. Что? Видишь, нужно раньше вставать, как я. Что ж, до встречи. Вдруг я опоздаю. Поезжай первый, я потом помоюсь. Правда? Давай, заезжай. Ганни, большое спасибо. Не вопрос, увидимся. Ну, наконец-то моя очередь. Что? Похоже, мойка сломалась. Ганни поехал на работу, так и не помывшись. Но почему она именно сейчас сломалась? Привет, Ганни. Привет. Ой, что это за запах? Кажется, это Ганни. Ганни, ты такой грязный. Прости. Как воняет. Ганни возвращается в гараж после работы. Нужно поехать отдохнуть. У нее ведь сейчас чемодан вывалится. Все хорошо. Да, я
в норме. Большое тебе спасибо. Без тебя случилась бы страшная авария. Да пустяки. Но что делать с багажом? Он же наверняка снова выпадет. Ну да. Я отвезу его. А? Правда? Угу. Я закончил работать. Ух ты! Спасибо, Ганни! Ерунда! Вот, заносите! Я вернулся! О, привет, Ганни! Ты только вернулся? Что? Минуточку! Откуда царапины? Что с тобой случилось? Нужно быть осторожнее. Придется тебя подкрасить. Хорошо. Хар, давай съездим за деталями завтра. Хорошо, Ханна. Поехали, Ганни. Тайо, маленький автобус. После перекраски порядком уставший Ганни вернулся в гараж. Я всего лишь хотел помочь. Ганни! О, Тайо! А ты знаешь, куда мы с Ланей сегодня ходили? О, куда? Мы были в кино на «Защитники Икс». Сейчас в кинотеатре идет спецпоказ. Фильм про «Защитника Икс»? Класс! Я тоже хочу сходить. Они туда одни ходили. Его будут крутить до завтра, еще успеешь. Правда? Ганни, ты не хочешь сходить со мной завтра? Я сегодня не смог из-за работы. Да, давай! Поскорее бы завтра. Фильм был классный. Да, обязательно сходите. Ганни, поторопись. Ага, уже иду. Уже опоздаем. Что ж, поехали скорей. Ребята, вы можете мне кое с чем помочь? Помочь? Да, мне очень нужна деталь для ремонта, но Харт еще нет. Неужели? Просто мы в кино собрались поехать, так что мы не сможем, верно? Ну да, но... Понятно. Ой, что теперь? Ну, нам уже пора. Ганни, поехали! В следующий раз притворись, что это не твое дело. Тебе ж никакой выгоды. Да. Если поеду помогать, то я точно в кино не успею. Без этой детали работа встанет. Ханна. Придется тебя подкрасить. Харт, давай съездим за деталями завтра. Хорошо. Она не смогла съездить за деталями вчера из-за меня. Ганни, ты чего там застрял? Роги, поезжай пока один. Я приеду, как помогу Ханне. Увидимся. Что? Он ведь 100% опоздает. Ладно, тогда я поехал. Ханна, я все же тебе помогу. Правда? Спасибо. Пустяки. Лучше поторопиться, иначе я опоздаю в кино. Ганни! Привет, Орешек. Куда ты едешь? Ханна попросила меня забрать одну деталь. Вот я за ней и еду. Вот как? Хочешь, я съезжу за тебя? Что? Правда? Ты же мне тогда помог, теперь моя очередь помогает тебе. Да не стоит. Еще как стоит, тебе лучше отдохнуть, а то ты все время уставший. Орешек, спасибо. Ерунда, в два счета справлюсь. Ладно. Теперь можно сразу в кинотеатр. Топливо кончилось. Придется мне заехать на заправку. Почему такая большая очередь? Откуда тут такая очередь? Ганни! Иначе я никуда не успею. Я здесь! Приехала подзаправиться. А ты, наверное, в кино ехал? Да, но у меня топливо кончилось. Вот и решил заправиться. Правда? Тогда я тебя пропущу. Что? Не стоит. Ты ведь поди давно стоишь. Да не страшно. Ты ведь пропустил меня на мойку, когда я проспала. О, Лани, спасибо тебе большое. Не за что. Расскажешь потом, как кино. Как здорово. Теперь я точно успею в кино. О, тут целая пробка. Я опоздаю. Ганни! Нури? Привет!
ты куда-то едешь? Да, я хотел в автокинотеатр, но тут образовалась большая пробка. Вот как. Я знаю, как можно срезать. Следуй за мной. Ганни последовал за Нури в кинотеатр. Приехали. Ух ты, спасибо. Благодаря тебе я успел на фильм. Пустяки, ты же мне вчера помог. Надеюсь, фильм того стоит. Пока. Ну что, пора заезжать. Ганни! Ноги? Так ты еще не в кино? По пути сюда было столько пробок. Но как это ты приехал раньше меня? Уже начинается, погнали! Ну, Ганни, как ты все-таки добрался? Мне интересно. Давай сначала фильм посмотрим. Благодаря своим друзьям Ганни успел доехать до кинотеатра вовремя. Приятного просмотра, Ганни! Не будем ссориться! Таю закончил работу и вернулся на станцию. Молодец, Тая. Привет, Хана. Ты что, устал? Ага. Пойду умоюсь и спать. Привет, Ханна. Я дома. Привет, Роги. Роги, ты закончил маршрут? Ну, а как же? Скорее бы мне на мойку. Что? Погоди-ка. Но я раньше тебя хотел заехать помыться. Но я приехал быстрее. Ты меня обогнал. Ну-ка, пропусти. Зато я очень устал. Ты можешь и подождать. Я, кстати, тоже устал. Тая, Роги! Всем привет! Привет, Ленни. Что у вас случилось? Я ехал на мойку, а Роги взял да обогнал меня. Это неправда. Я ехал первым. Моя очередь. Я первый. Моя очередь. Я первый. Что с тобой? Что это? Наверху. Смотрите. Где? Я ничего не вижу. Ну-ну. Роги уже заехал на мойку. Роги, ты просто... Где оно? Я ничего там не вижу. Как приятно. На следующее утро... Похоже, что Тая и Роги так и не помирились. Перед работой всем автобусам нужно заправиться. Роги отправляется прямо на заправку. О, и Таю едет туда же. А? Это Роги. Привет. Моя очередь. О чем ты говоришь? Я просто быстрее. Моя очередь. Нет, моя. Ребята, вы что, опять ссоритесь, да? Да, Таю влез без очереди, а говорит, что приехал на заправку первым. Что это? Где? Ты думал, я на это куплюсь? Потрясающе! Правда? Обманул! Сегодня Таю оказался на заправке первым. Таю, какой же ты... Где оно? Ну почему я не вижу? В центре города всегда оживленно. Тихонько, осторожно, осторожно. Можно побыстрее? Прости, первая поездка. Маленький грузовичок в Руми первый раз в городе. Здесь нужно повернуть налево. Так и будешь стоять? А я когда-нибудь так научусь. Эй, ты там, поехали! Я должен ехать. Эй, стой! Слишком поздно, стой! Папа!
Извините, я вас напугал, да? О, ничего. Но как быть с курочками? Что? Нет! Ну-ка, вернитесь! Это ужасно! Что же мне делать? Всего хорошего! Ну что же, вперед! Почему здесь только машин? Мы двигаемся. Ой, ну вот, опять стоим. На дороге возникла пробка. Машины не могут ехать. Что же случилось? Куры из грузовичка перекрыли движение. Эй, курочки, идите сюда. Вылезайте в клетку, пожалуйста. Что куры делают на дороге? Объясни, что здесь произошло? Это я виноват. Я не обратил внимания на светофор, потом резко затормозил. Мне так жаль. Я волновался. Мне следует быть внимательней. Каждый может ошибиться. Не волнуйся. Сейчас поймаем курочек. Ну что ж, за работу! Приключения Тайо. А в ту сторону пробки нет. Тайо, привет! Привет, Лэми! Тут так много машин. А кстати, вы с Рокки уже помирились? Мириться? Я ему ничего не сделал. Мы друзья, а друзья должны уступать друг другу, верно? Помирись с ним, хорошо? Ну, так и быть. Чудесно! Обещаешь? Вообще-то Рокки едет прямо за мной. Скоро увидимся! Что? Ты не обещал, помнишь? Ну, до встречи! Но! Лэми! Рокки рядом? Надеюсь, я с ним не встречусь. Простите. Да. Простите. Дело в том, что я очень спешу. Вы не могли бы меня пропустить? Само собой. Спасибо. Право не стоит. Он, не задумываясь, пропустил другую машину вперед. А Рокки и я... Мы... Если бы я пропустил Тайо вперед, мы бы не поссорились. Тайо и Рокки пожалели о своей ссоре, когда увидели, как вежливы другие машины. Что же мне делать? Я вел себя не очень-то красиво. Может быть, мне извиниться? Я хочу помириться с Тайо. Но что ему сказать? Идите сюда! Хватит! Что вам нужно? Вот так, бегите туда! Полезай! А ты куда собралась? Тихонько, тихонько, легонько. Попалась! Вот так-то! Вроде бы всех собрали. Огромное спасибо! Не за что. Кстати, а сколько всего кур у тебя было? Ровно 10.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. А! Здесь всего 9 курочек. Куда делась еще одна? Тая и Роги по-прежнему не разговаривают. Я больше не могу терпеть. Роги. Тая. Ты первый. Нет, нет, ерунда. Начинай ты. Ну, ты знаешь, я... Что это? Эй, держи курицу! Ну-ка, слезай! Эй, ты что, себя позволяешь? Друзья, мне нужно ее поймать! Помогите! Хорошо! Странная птица, иди сюда. Я не упущу. Никуда не убежишь. Хватай ее, Роги. Ну, давай. Эй, Роги. Понял тебя. Потихоньку, потихоньку. Победа! Нам удалось! Ребята! Тая и Роги! Спасибо за помощь! Роги, прости меня за вчерашнее. Нет, я сам начал, Тая, так что я и должен извиняться. А давай больше не будем ссориться. Давай. О, мы можем ехать. О, вперед! Да! Приятно видеть, что Тая и Роги снова стали друзьями. Будем надеяться, что они больше никогда не будут ссориться.